Бегут, уплывут наши атлеты. Костян, я иду. Костян, ты как там? 16 километр. Стало светло. Бежится легко. Погнали дальше. Так, пробежали 22 километра. Там Костян. Пункт питания первый прошли. Чайка налили. Все. Сейчас булочку съедим и в путь. Впереди. На 32-м километре еще один пункт питания. Пробежали 30 километров. Бежим по какому-то полю. Через 2 километра пункт питания. Ура! 33-й километр. Пробежали второй пункт питания. Обнаружили следы лисы. Вот и следы. Пошел снежок. Какова красота? 36 километров. Побежали по лесу. За елочкой к Новому году. Кайф. Бег в кайф. Костян, ты как? Бежим дальше. Трасса интересная. Конкурсы веселые. Миша, спасибо за трассу. Очень интересно, насыщенно. Никогда такого не было. Вот опять. Пробежали марафонскую дистанцию за 4.56. Продолжаем держать секси пейс. И все, все в строю. Пробежали половину дистанции. 45 километров. Слава Деду! 145. Радостно. Вот это я понимаю. Музыка, все сопровождение. Жаль, нас с тобой не гонит. Привет. Обгоним. 49-й километр. Третий пункт питания. Здесь сейчас заберем заброску. Сейчас ждет сало. Смотрите, что для нас приготовили организаторы. Кайф. Ваше здоровье. Все, хорошо. Что может быть лучше куриного бульона? Паста с вяленными томатами. И сало, но я уже его съел. И стаканчик вкуснейшего куриного бульона с яйцом. Ваше здоровье. Бэкстейдж. Пробежали 50 километров. Мы бодры и веселы. Теперь будет попроще. Или нет. Давай я приду. Костян идет первым. Сдал. Саня тоже сдал. Я сдал. Еще бы я не сдал. Вот только за такой вид можно любить трейлы. Какова красота. Костян вычисляет конкурентов. Гляем. А ты знаешь, что я думаю? Что ты думаешь? Что утром можно будет уехать. Часиков проснуться?
То есть сейчас у него груз стоит у них. Новые сюрпризы на Mad Fox. Куда не будь все. А я возможно. Пробежали 60 километров. Осталось каких-то 30. Лучший пункт питания. Сейчас второй километр. Выбегаем на озеро. Сейчас будет весело, а скоро еще и темно. Легким шагом, да, идем? Блять. Аккуратно иди. По озеру бежится достаточно комфортно, можно и без шипов. Рыхлый снег, нас там уже встречают фарами. Догнали легендарного ультрамарафонца, пробили суточные забеги. Всем привет! Всем привет! Сейчас мы побежим вот в эту горочку, а потом вон на том. Знаете, что нам сказали? Нам сказали, что сначала забегите в горочку, а потом сможете пойти на пункт питания. Класс. Тамада, Миша, хороший, конкурсы веселые. Интересные, колен нет. Еще 25 километров. 66 километров пробежали. Мы, похоже, уже никуда не спешим. Нас уже никто не ждет. Полковнику никто не пишет. Сейчас вон туда. Парни ушли в отрыв. Не знаю, как их догонять. Костян, тебя сфоткал с рабочей стороны? Темп 4 минуты на километр. Скоро начнем ускоряться, делать финишный рывок через 33 километра. Техника бега с горы, как нас учили. Смотрим вперед перед собой, пятку выносим вперед. Главное не смотреть под ноги. Это сервис. Дорогу перекрыли. Нас снова согнали на лед. Костян не унывает. Костян постоянно жрет и пьет. Как обычно жизнь. Ради этого и бежали. Мы все еще бежим по озеру. Пробежали 70 километров. Осталось меньше полумарафона. Мы до сих пор все вместе. Костян, мы чем-то не тем занимаемся. Дошли до последнего, пятого контрольного пункта на 73-м километре. Сейчас чайком заправимся и погоним дальше. Если вдруг кому интересно, сегодня я бегу вот на таких гелей. Пробежали 80 километров. На улице зачем-то выключили свет. Поэтому бежим по трекеру с фонариками. Главное, в полном составе. Бежим вдоль железнодорожной линии. Осталось меньше 9 километров. Так, осталось 7 километров. У нас почему-то закончилась беговая трасса. Пока просто быстрым шагом идем. 85 километров. 5 осталось. Остался по храм Кузьминки. И финиш. Экспресс-интервью. 3 ультрамарафонца Марии Иванову. До финиша меньше километра. Ваша красотка. Ваша как ощущение? Пару слов. Как выбегала? Маша бежала.
сзади нарисовано. Класс. Покажи, покажи, что у тебя? Спасибо. Бей по значку. Супер. Я думала, он больше будет как-то. Зачем так тяжело? Да нет, я думала, объем больше.